Эйджу Вейвс, прохождение и подсказки по игре. С тебя лайк, подписка. И слушай внимательно, если что, то в описании все есть. Но если ты не странец, можешь там все прочитать так, там все переводено. До тебя уже в каком-то языке сейчас на ютубчике. Можешь смотреть, как играть в Эйджу Вейвс. Быск или в Орду. Я уже говорю, какую Орду выбирать на канале, можете посмотреть. Если будет, где-то вот такая вот подсказочка, или в конце заставочка, посмотрите. Как по мне, это очень важно. Значит, вы вступили в Орду, и перед вами появился небольшой форт-пост. Это ваше убежище. Где? Где убежище? Вот. Сейчас мы меняем. Это ваше убежище, где предстоит собирать армию, улучшать технологии и возводить, там так и написано, возводить новую постройку для мирового государства, улучшать, призыв делать, вот это время поделать, постройки. Технологии, улучшаться, собирать армию, все это будем. Государство. Потом уже заходить все это. А, кстати, нажимаете Alt и Skirt. Самый нижний. Если вы на компьютере, конечно, смотреть кончику, то нужно твоими руками нажимать на себя тянуть телефончик. Вот, потому что вот наша черная орда, конечно, оранжевая. Офигели вообще. Офигели. Что мне нужно делать? Нужно спасать свою команду срочно. Ваша цель — победить в космической гонке. Да, это очень важно. Нажимайте здесь, тут очень классные вещи. Играйте сам выше. У нас выборных хватает. Конечно, если будет. Не, ну 24 часа — это очень хорошо. Поэтому мы все покупаем что-то вместе. Я думаю, это очень сильно понадобится. 25 тысяч, не, о, 5 минут, не, не, в первых лучше. Вот тут 20% сэкономить можно. По 10, ну, можно, конечно. Мы получим, ну, давайте. Все, встретимся, в принципе, очень мало. Стройте здание, улучшайте их. Ну, до 10-го улучшает, потом до 15-го. Так, ну сейчас я их отправлю на банана, а банан вообще сыпа вообще мало. Кстати, мы должны часто играть, чтобы собирать здесь какие-то полезные штучки. Ну, хоть как-то, не хоть как. Потом это забирайте. Отправляйте эту штучку. Минус 50, 100 тысяч. Нормально так. Улучшайте, проводите исследования в лаборатории. Вот сейчас я это уже делаю. Такая, а чего спит? Вроде бы нужно еще и раз прокачать. Прокачать я уже качаю. Впрочем, помощь. Ускорялка. Вот. И даже ускорить еще раз. Там хватит. С вас надо к нему один. Поэтому потом еще один хайт. Я уже рассказывал, повторюсь, что нужно тратить, чтобы прям по-быстрому ускорять, у вас вообще нет времени. И если вы на кучу-кучу серверов заходите, а когда зайти, смотрите, вы с какой на серверов. Нормально таки. Новый сервер 34. Уже 33. Новый сервер, зайди. Не, не выйду, спасибо. Помощь нужна. Ладно, что-то получить. Включайте войска и приступайте к исследованию мира. К исследованию мира. На карте около, как сказать, возле, так скажем, возле вашего порта. Порта там, вот наша база порт. Возле вашего порта поста будет находиться другие игроки. Это, конечно, наши союзники. По мне. Наши союзники игроки. А также разные мутанты. Супермаркет. Супермаркет.
то там левая вон на нас вон это что мне грабили купили все тайный магазин так придумали прям и свалки ну свалки тоже тут есть конечно поддерживали себя а это склад оказывается да ну я не склад вместимость окей. Да, надо и качать. 20 минут нет, слишком мало. На. Мы еще можем попытем. Вам. Окей, дальше что? Важно. Первую неделю вашего города будет защита. Влиять до 10 уровня. Города Совета. Город Совет, не знаю, вот он. Сейчас мы хотим прокачать, но не дают. О. Сейчас. А, шахмат. Защищайте. Защита пропадает, как только вы получаете 10 уровень города. Совет или пройдете срок защиты. Ну, срок защиты тоже. Ну, маловажно. 5 часа. Ну, лимит. Новое обновление. Говорят, то, что купи, купи. Ну, не денег, так вот так вот. 2 часа. 2 минуты, можем обмануть. По-быстрому. Еще одну минуту. Давай еще одну минуту. Не жалко. Ага. Супермаркет. Отправлявшись в эту локацию, вы будете получать пищу для обезьян. А, вот это вот супермаркет. Интересно, так уже их получаю. А. Отлично. Мы прокачаем еще раз. Ну, очень много. Сейчас будем качать. Свалка хлама. Ну, он нам вроде. Оставляющий человечеством стало для обезьян главным источником железа. А-а-а. Это они еще про мир говорят. Я думал, вы уже поняли. Вот здесь вы можете получить важные ресурсы железа в мире. Здесь в мире найти мутанты воители это сильнейших существа качка долго бам ой я чуть не успел бам все герои и их различия мы это уже пропустим а что интересно стрелки каждый дан будет увеличиваться мощь стрелков развития атаку скорость здоровья и других способностей маловажно а как всегда здесь можешь там бесплатные вещи сбалансированный увеличивает атаку, боль, здоровье, скорость, упор ресурсов, защита и других талантов. Быстрая скорость передвижения будет увеличиваться способности. Так. Она прям к нам. Но никаких шансов туда отозвать. Ага. Вау. И уже война будет у них. Ага. Подписком. Так, стоп, я же подписался на всех. Алло. Честно. Ну, верните награды. Награды верните. Пока это уже есть. Кстати, я еще администратор. Нет, я модератор. Все нормально. Я модератор. Карта. Карта и подземные подземелья в Edge Waves. Мне прям тут картинка не показывает. Карта и подземные Edge Waves. Нажимаете прочесть все. Получаете 50, там всякие интересные штучки для устрелки. Сейчас будем это заниматься. Да. Сейчас для вас бам 50 тысяч нормально а пропустим кто это интересен то так быстро подсказки и секреты в игре Edge Waves постоянно исследуйте мир с помощью здания так на все написано окей здание исследовать здание хорошо давай блин прокачать здание в мире. Не хотят, говорят. Говорят, что все. Ну, еще одно. А, вот такое. Ладно, призывай.
Там уже поздно. Ладно, переходим на другой сервер. Я локацию на 20, там уже мне уплачивают каждый 3500. Низко, он такой себе. Да, как бы, чтобы посмотреть, там что интересно, ничего интересного. Посмотрим, сколько у меня сейчас и сколько мне прибавится. 10 тысяч. Каждую там неделю, по-моему. 1500. Вроде бы хорошо, да, схватить. Но ну, как мало. Кстати, самый меньше, кто получает, это я и кто-то еще там. Он еще должен сделать там, что постите. Я вот думал газету. Может быть даже комикс сделать. Хоть как. Это был один обезьян 1908 года. И все в этом духе. Вот так я выходил делать. Кусочек там добавляем, за каждый день что постить, а потом уже оставать комикс из всего, что есть. Ну, он нормально. Все, вот и быстро. Вводит три отряда встаем. И уже идете. Давайте. Собираете награды во всех вкладах. В уклад дом. Вкладки это возраста. Их очень много. Поэтому в начале игры эта награда поможет как быстро развиться. Вот она получает нам быстро развиться. Качка, это очень важно. Давайте третий почитаем. Вступайте в атаку Альянса, чтобы участвовать в различных событиях. Я в описании будет все. Можете прочитать так вот. Это, конечно, месяца этих слов. Да, нормально. Члены Альянса могут помогать вам ускорять улучшение. Тоже главное, вступайте всегда в Альянс. Но помогает, также улучшайте, чтобы вместе. А что хоть не будет улучшать. Они всегда это ценят, как я так замечаю. Собрать, награды отправить, награды. Видите, есть случай, отправляем. Вывод там, отправить, исследовать, забрать. Все это, купить подарки, отправить, забрать. Итак, целый день. Так вас тянет игру, и тянет. Четвертое. Построить улучшение героя. Улучшайте постоянно улучшать героя, вот так прям, как сейчас я делаю. Увеличить скорость войска. Скорость. Зачем она нужна? Нет. Восстановление 3 единицы ярости. Нет. Это опасно, мы не знаем. Защита хромел. Ну давай, хоть что-то. Все. Вот так постоянно нужно качать. Вроде бы уже показано ролика, что качать. Войск. Знаете, а лечебные войска тут тоже очень главное. Все, прокачал. Кстати, тут прям сделали мультяшно все дело. Раньше было мультяшно, может посмотреть. Тут так очень хочется смотреть. Старый Дивейпс. Чуть не делаешь. Обновить. Не, так и так нормально. Правда, 36 тысяч. Так, взаим отряд, чтобы спасти мир. Сейчас будешь такой жестко при сам. Пятый. Для быстрого развития старайтесь ускорять время. Ну я так сам делаю. Как мы тут видим, враги. Поэтому будьте наготове. По-быстрому забирайте это все дело. Кстати, где мои... А, вон система написала мне 3500. Вон, видите? АОА. Это Anime Games. Subscribe вроде бы. Ё-моё, они сейчас нас нападают. Окей. Прикрытие. Идём прикрытие. Блин, дело плохо. Сейчас нас захватит. А, вы хотите бой посмотреть? Смотрите. Тоже очень главное. Потише. Победа вроде бы. Давайте пятый. Я быстро... А, не читаю это. Прочитал. Помню, как помню. Так уже интересен будет. Приготовьтесь к поломке вражеским мутантам, как пустить босса как-то. Вот сейчас вырубим. Шестое. Входите во вкладку предметы в правом нижнем углу.
Предметы. Вау, я это не знал. Друзья, ускоряйте это все. Ё-моё, это крыша очень хорошо. Давайте еды нам вообще никуда не еду. Вау. А, 45 миллионов вообще хватает. О май гад. Там сколько там отрядом, вообще жестко. Жесткая заруба. Давай сейчас приду к вам. Дело в том, что нужно подкачаться. Сейчас возьмем войск по-быстрому. Красавчики, провожайте их тоже в духе. Красавчики, никогда не сдавайтесь. И верим в них. И просто верим. Помощь, помощь. Пожалуйста, спасибо. 10 этих вот штучек. Куда улетел? Верни обратно, уже. О, отлично. Как дела? Очень дело. Сейчас помогу. Это чьи это войски? Чьи то войски? Войск. Участвую. Седьмой участок события, нападая на обезьян. О, уже громила его, смотрите. Сейчас со стола он опасный. С ним связываться. Все. Мы громил убили. Джекпот. Можем бить, не видишь шансов. Участвуйте в событии, собирайте ресурсы и награды на карте, чтобы стать самым сильнее в Риа Джудайс. Да, вроде бы я все и так рассказывал, в чем тут дело. Вот отчеты. О, заполняю. S плюс, отлично. После этого... Тут была точка. Потом моя точка пропала. А он идет, вернулись. После этого нажимаете сюда и всегда идете в путь. Почему? Потому что это очень важные прокачки. Видите, 20 штучек. А так целый день, чтобы хоть что-то не убить себе. Вроде бы все рассказал. Всем спасибо за просмотр. С вами был Макс Риск. Всем удачи и пока. Видите, сколько? Побед 1000 единиц гидды. Это очень главное. Обезьян мутантов. Понятно? Убивайте всегда обезьян мутантов. Ну, если у вас нет времени, то сразу отправить их на еду. Вот так вот. И все. Потом они вернутся автоматически. Автоматически! Все. Рассказал вам все, что хотите, пиши в комментариях. А, если англоязычный, чтобы писать. Отвечу им, конечно. Бесплатно. Давай возьмем. Всем пока. А, показать вам точно. Вот. Ну, как-то так вот, хоть что-то, блин.